В районе продолжается зимнее первенство по футболу. В 13-м туре лидирующие команды встречались между собой. Игры вызвали большой интерес у болельщиков. В первом матче команда «Нур» в упорной борьбе выиграла у «Юности» со счетом 3-2. С таким же счетом и в такой же интересной борьбе команда «Сосрука» вырвала победу у команды «Кашихабль» и возглавила турнирную таблицу. Следующие матчи завершились такими результатами. Игирухай 2, Бличепсин 2-7, Дружба Интер 7-2. Oh!
Пожалуйста, 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 пожалуйста,
Давай!
Давай!
Давай, 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 давай